Каждый автопроизводитель стремится нарастить свои продажи. Помочь в этом могло бы снижение стоимости владения. Однако бензин или техобслуживание едва ли подешевеют. Но страховка может сильно подешеветь, если автомобили перестанут угонять. Именно поэтому российское представительство Toyota и Lexus пригласило нас сюда, в свой технический центр, чтобы презентовать новую противоугонную систему. По выкладкам агентства «АвтоСтат», на «Тойоту» приходится 16% всех угнанных в прошлом году машин. Это третье место среди брендов. Однако «Тойота» и «Лексус» неизменно лидируют в рейтингах страховых компаний, которые учитывают не все украденные машины, а застрахованные по КАСКО. Свести угоны на нет поможет противоугонная маркировка, которую будут наносить на все машины еще до первой продажи. Идентификатор представляет собой микроточки размером 1 мм, напыляется на кучу деталей автомобиля, на большинство деталей автомобиля, на все силовые конструкции. И внутри этой точки написан ПИН, который можно прочитать при помощи 60-кратного увеличения. Пневматическим пистолетом эти капли клея разбрызгиваются по автомобилю примерно в 20 местах. Но вариантов размещения 10 тысяч, и только производитель знает, где их искать. Поэтому, если обычный ВИН еще можно перебить, то отыскать и заменить все микроточки практически невозможно. В первую очередь клиент на вторичном рынке должен заглянуть и посмотреть две или три видимые точки, в зависимости от моделей, которые доступны для всех. Как правило, это чашка амортизатора, и там еще в инструкции дилер ему расскажет, куда смотреть. Ни один промаркированный за полтора года автомобиль еще не угнан. Поэтому грядущим летом противоугонную маркировку получат все модели Toyota и Lexus.